Продолжаем обсуждать кроссоверы. Как известно, в Китае полный привод вообще не является залогом успеха, поэтому многие производители предпочитают не тратить деньги на внедрение трансмиссии 4x4. Доказательство тому – марка Cherry, которая сейчас торгует сплошь переднеприводными моделями. Между тем, в России наличие 4 ведущих колес для покупателей-паркетников очень даже желательно. Первой моделью, которая примерит многодисковую муфту, станет Tiggo 8+. Притом под капотом новинки появится 2-литровый турбомотор аж на 254 силы. В Китае полноприводная модификация появится через месяц-другой. И если спрос на такую версию окажется достаточным, то системой полного привода обзаведутся и другие кроссоверы марки.